Рустам Миниханов вручил орден за заслуги перед республикой бывшему министру внутренних дел Татарской ССР Николаю Демидову. Сегодня он президент ассоциации МВД «Щит Чернобыля». Награда вручена за плодотворную работу на благо Татарстана. Налог на бани и сараи начислят автоматически после съемки дач с беспилотников. С этого года в России начнет начисляться налог на имущество дачников. Это гаражи, бани, сараи и прочие нежилые сооружения. Белорусским производителям следует отказаться от сбыта молочной продукции в России. Об этом заявил министр сельского хозяйства. Александр Ткачев отметил, что белорусские поставщики сухого молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок.